Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sell of Banknotes and Coins. Сегодня мы продолжаем серию видео Польша, монеты номиналом 2 злотых 95-2014 годов. С каждым годом количество и тираж выпускаемых монет увеличивался. В 2004 году было выпущено 24 разные монеты. Первая монета – морская свинья. Серия «Животный мир». Дата выпуска 28 января, тираж 800 тысяч. В 2004-2005 годах была выпущена серия монет, которая посвящена гербам воеводств. Всего есть 16 воеводств. Первая это монета Нижнесилезское воеводство. Дата выпуска 28 января, тираж 700 тысяч. Куяво-Поморское воеводство. 20 февраля, тираж 750 тысяч. Воеводство расположено на севере Польши. Центром и крупнейшим городами являются Бydgoszcz и Торунь. Александр Чекановский, польский геолог и исследователь Средней Сибири. Серия «Польские путешественники и исследователи», 19 марта, тираж 700 тысяч. Люблинское воеводство. На востоке Польши расположено. Центром является город Люблин. 19 марта, 820 тысяч. Любужское воеводство. Любужское или Любужское воеводство – расположен на западе Польши. Главными городами являются Зелёна Гора и Гожув Великопольский. 5 апреля 820 тысяч. Еще в 2004 году начато выпуск новой серии каждый год по одной монете из этой серии. Это история злотого. Первая монета была посвящена одному злотому 1924 года. Выпущена 21 апреля, тиражом 800 тысяч. Следующая монета посвящена присоединению Польши к Евросоюзу. Это серия «Польская дорога к свободе». 24 апреля, тираж 1 миллион. Лодзинское воеводство в центральной части Польши. Центром и крупнейшим городом является город Лодзь. 17 мая 920 тысяч. 15-летие Сената Польши. Это верхняя палата польского парламента. Состоит из 100 депутатов. 25 мая, тираж 760 тысяч. Малопольское воеводство. Расположено на юге Польши. Центр Краков. 7 июня 900 тысяч. Мазовецкое воеводство. Расположено в восточной Польше. Из крупных городов в нем находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце. 8 июля 920 тысяч. 85 лет полиции. Выпущена монета 21 июля, тираж 760 тысяч. 60-летие Варшавского восстания. Выпущена монета тиражом 900 тысяч, 28 июля. Это восстание против Третьего рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием армии Краевой. Монета следующая посвящена Олимпийским играм, 28-м в Афинах. Тираж 1 миллион, выпущена 9 августа. Опольское воеводство. Воеводство на юго-западе Польши. Из серии гербы воеводств 20 августа 900 тысяч. Праздник урожая.
Праздник посвящен собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. Серия «Польский год ритуалов». Дата выпуска 10 сентября. Тираж 850 тысяч. Подкарпатское воеводство. Расположен на юго-востоке Польши, между речью Вислы и Сана. 20 сентября 920 тысяч. Столетие Академии изящных искусств Польши. 18 октября, тираж 850 тысяч. Подляское воеводство. Расположено на северо-востоке Польши. Административным центром воеводства является город Белосток. Выпущена монета 29 октября, тираж 900 тысяч. Бригадный генерал Станислав Сосабовский командовал польскими силами во время голландской операции. 17 ноября 850 тысяч. Поморское воеводство. Расположено на севере Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Гданьск. Серия гербы воеводств. 17 ноября. Тираж 900 тысяч. Силезское воеводство. Расположено на юге Польши. Административным центром является город Катовице. Выпущена монета 1 декабря, тираж 1 миллион. Станислав Выспянский. Польский поэт, драматург, живописец, дизайнер мебели и интерьеров. Серия «Польские художники 19-20 веков». 15 декабря, тираж 900 тысяч. На этом пока все. Другие монеты Польши номиналом 2 злотых 1995-2014 годов. Смотрите в других видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.